В Чебоксарах продолжается реализация федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». В этом году должны обновить почти 30 километров дорожного полотна. Как идут ремонтные работы, узнавала наша съемочная группа. Улица Гузовского, хоть она и не центральная, но движение здесь достаточно интенсивное. То, что дорогу надо менять, сомнений нет. Ямочный ремонт уже не спасает. Но уже совсем скоро водители смогут вздохнуть свободно. Обновлять покрытие уже начали. Но пока еще это не готовая дорога. Осталось уложить еще верхний слой. За качеством работ следит не только подрядчик, но и стройконтроль. Специалисты наблюдают за каждым этапом укладки дорожного полотна. Горячая пора и на Богдана Хмельницкого. Здесь недавно приступили к ремонту. Участок от Гражданской улицы и до Фучика покроет новое полотно. Везде, кроме Сугутского моста, заменить асфальт здесь планируют в будущем году. За месяц подрядчик должен успеть снять старый асфальт, отфрезеровать поверхность и заменить бордюрные камни. А нынешним летом сроки становятся еще короче. Нынче погодное условие мешает. Дождик прошелся, мы стоим. Вот метров 100-150, а там дождя не было. Там сухо. Вот это все это мешает нам, конечно. Но дорожники уверяют, срывов не будет. Вот уже сейчас идет укладка нижнего выравнивающего слоя асфальта. Ответственность за уровень укладки асфальта, чтобы шов был ровный. Ну и какой слой асфальта положили? Здесь идет около 3,5 сантиметров. То есть плюс-минус 0,5 укладка, где-то 3 сантиметра асфальта. Это здесь. Там чуть-чуть больше идет. То есть в зависимости от оси. Всего в этом году ремонтируют 27 дорожных участков. Закончить работы должны к 1 октября. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика.